Здравствуйте! Приветствую вас на своем видеоканале. Я врач, фитотерапевт, диетолог, натуропат Борис Скачко. Автор более 50 опубликованных книг и брошюр. Часть книг вы можете купить через интернет. Сегодня решил продолжить серию видео, что стоит делать, чтобы ваше время истекло позже и как не умереть молодым. Сегодня решил рассказать, какую пить воду, чтобы похудеть. Сырая вода или кипяченая вода для похудения лучше. И дать несколько полезных советов диетолога, как пить воду, чтобы худеть правильно. Одни эксперты утверждают, что кипяченая вода – это яд замедленного действия, и вода после кипячения – это мертвая вода, а для здоровья нужна только сырая вода. И я частично полностью этих экспертов поддерживаю. Полезные советы диетолога вы узнаете. Другие эксперты утверждают, что нужно пить только кипяченую воду, а сырая вода опасна для здоровья и жизни. И этих экспертов я также частично полностью поддерживаю. Почему полностью поддерживаю, казалось бы, полярные точки зрения? Да потому что питьевая вода нужна всем, а питьевая вода для похудения также нужна нам. Водный обмен и водный баланс в организме нужно поддерживать правильно. Интенсивный обмен веществ у здорового человека поддерживается при употреблении воды на уровне 4-5% от массы тела, в некоторых случаях и более значительными количествами. А если ваш уровень здоровья очень низкий, а вы хотите похудеть, то водный баланс поддерживается на уровне примерно 1,5% от массы тела. И очень легко совершить непоправимую ошибку в каждом случае. Особенно увеличивая количество воды в своем рационе при желании похудеть быстро и легко. Почему частично поддерживаю полярные точки зрения? Да потому как в зависимости от свойств воды и потребностей вашего организма решается вопрос, нужно кипятить воду, либо кипячение воды может вашему здоровью навредить, и вам нужна сырая вода. Полезные советы диетолога вы узнаете в этом видео. Человеку для здоровья нужна кипяченая вода или сырая вода? Какая вода для похудения лучше? Такие вопросы на консультации мне ставят часто, но вопрос поставлен некорректно. Полезный совет диетолога. В любом случае вам нужна безопасная диетическая вода, в которой отсутствуют возбудители бактериальных, вирусных, грибковых инфекций, глистных и паразитарных инвазий, а также опасные и токсичные продукты их жизнедеятельности и экологические токсины как минимум. Сегодня 80% случаев отравлений связаны с употреблением воды низкого качества. Это достаточно быстрый способ похудеть, часто похудеть навсегда. А каким способом улучшить качество воды – это уже ваш выбор. Если вы правильно очистили воду, тогда еще один полезный совет диетолога. Вами может употребляться и сырая вода, и кипяченая вода для похудения. Иными словами, вы на такой воде можете готовить пищу или использовать как питьевую воду. Это ваш выбор. От количества воды зависит скорость похудения. Поэтому полезный совет диетолога. Какую пить воду, чтобы худеть? В принципе, любую воду. Но перед употреблением в качестве питьевой воды, либо для приготовления пищи, нужно воду очищать. На всякий случай. Просто случаи бывают разные. А в воде инфекции, как опасные, так и особо опасные для вашей жизни. Как похудеть экстремально быстро и навсегда, помогает неочищенная сырая вода. Неочищенная кипяченая вода дает менее экстремальное похудение. Какую воду нельзя кипятить в домашних условиях? Еще один полезный совет диетолога. Нельзя кипятить неочищенную воду. Почему? Доведение воды до кипения убивает в воде возбудителей бактериальных, вирусных, грибковых инфекций, глистных и паразитарных инвазий. И вам кажется, что такая вода становится безопасной. Но только в отношении острых отравлений и заражения соответствующими патогенами. При кипячении возбудители погибают. Но в кипяченой воде остаются продукты жизнедеятельности микрофлоры или экзотоксины, а при разрушении во время кипячения
появляется еще и эндотоксин. Иными словами, появляется незаметная хроническая интоксикация, постепенно сокращающая продолжительность вашей жизни и поддерживающая хронический гастрит, гастродуоденит, панкреатит, гепатит, стеатогепатит, как минимум. Но похудеть и снизить вес такая вода вам поможет. Цена вопроса – снижение качества жизни и сокращение продолжительности. Вы такую воду хотите использовать для похудения? А с этими диагнозами вы знакомы? Поэтому еще один полезный совет диетолога. Кипятить в домашних условиях можно только предварительно очищенную воду. Либо кипяченая вода должна быть перед дальнейшим использованием очищена. Это уже ваш выбор. В этом случае вода для похудения поможет безопасно снизить вес. Можно ли кипятить воду в полевых условиях? Полезный совет диетолога. Если у вас нет возможности очистить воду, а пить воду нужно, такую воду кипятить обязательно. Вы устраните риск острого отравления и развития бактериальных, вирусных, грибковых инфекций. И поддерживая водный баланс, вынуждены будете выдержать токсический удар. Здоровье потеряете, но жизнь сохраните. Если у вас есть возможность очистить воду в полевых условиях, тогда еще один полезный совет диетолога. Очищенную воду можно пить сырой, но лучше прокипятить. Просто не все опасности в природной воде можно устранить, используя обычные бытовые фильтры, а только уменьшить. Я имею в виду количество микроорганизмов в разных видах природной воды. Можно ли пить природную сырую воду в полевых условиях? Полезный совет диетолога. Однозначно нет. Какие инфекции проявятся после употребления сырой воды в вашем организме, зависит уже не от вас. Это определяют возбудители, которые находятся в сырой воде. И самые активные из них проявятся с угрозой для вашей жизни. Как похудеть навсегда? Ну, помогает неочищенная сырая природная вода. Но часто только один раз в жизни. Повторюсь, для здоровья вам нужна безопасная диетическая вода. А каким способом вы такую воду получите – это ваш выбор. Особенно это важно учитывать, когда вы ищете ответ на вопрос, как пить воду, чтобы худеть правильно. Можно пить сырую воду для похудения в чистом виде, а также кипяченую воду в составе продуктов питания и блюд. Важно худеть правильно, учитывая изменения свойств воды при разных способах ее подготовки. Более точные, индивидуальные рекомендации, какую пить воду, чтобы худеть, или как пить воду, чтобы худеть, зависят от вашего уровня здоровья, имеющихся заболеваний, в зависимости от которых выбирается самая лучшая диета для похудения из сотен известных вариантов или ваша любимая диета для похудения. На этой позитивной ноте я это видео буду заканчивать с привычным подписчиком моих каналов словами «Крепкого вам здоровья» и разумного к нему отношения. А пока вы думаете, кому отправить ссылку на это видео, не забудьте поставить на него лайк, а я подумаю, какое еще видео на тему здоровья и активного долголетия написать для вас. До новых встреч на моих каналах!